Угу. А вот и ты. Как там в гостях у господина коменданта? Он может помочь нам. Или заковать в цепи и сбросить в реку. Он говорит, что на барке держат пленных с Кейтаэлей. А он сказал, что там же находится Киарана Эаснилан, правая рука Йорвита. Нет. Попробуем его навестить? Может, он что-то знает про убийцу королей? Давай. Так что насчет деньжат-то? Вы тут чего это? Мы хотим поговорить с раненым пленником. Обхохочешься? Хватит, пошли прочь. Комендант Лоредо отправил меня подлечить эльфа. А ты кто? Целительница. Не верю, чтоб комендант захотел лечить эльфов. Приказ есть приказ, солдат. Да, понятное дело. Он в трюме под палубой. Я тебе, сука, покажу, как стонать. Тихо там внизу. Его пытали. У него дюжина переломов. Мне нужна твоя помощь. Что делать? Я применю очень болезненное заклятие. Если он начнет метаться, это может его убить. Я придержу его аксием. Отлично. Смотри, перхатый заснул. Вставай, перхатый. Смерть свою проспишь. Смотри, куколка. Какая мокрая. Как меня увидит, так и размекает. Готовься, куколка. Ничего из этого не выйдет. Как бы не так, ублюдок. Я не предатель. Он бредит. Вадгерн, где я? Во Флотземе, на тюремной барке. Барка приговоренных. Это конец. Нам нужна твоя помощь. Мы хотим увидеться с Йорвитом. Я ничего вам не скажу. Без нас ты умирал бы сейчас в мучениях. Без Тхойне меня бы тут и не было. В отряде Йорвита есть ведьмак. Оказалось, он ублюдок, как все Тхойне. Что случилось? Он предал нас. Предложил мне договориться. Мы встретились там, где растут розы памяти. Розы памяти? Их теперь мало. Он думал, ради власти я предам брата. Никогда такого не видел. Ни один человек не может так быстро двигаться. Это была резня. Я принял первый удар. Он меня не добил. Это был Лето. Я бы умер, но меня нашли люди Лоредо. Лето убьет Йорвита. Все пропало. Столько жертв, столько боли, все зря. Зачем этому Тхойне убивать Йорвита? Он использовал нас, а потом Йорвит стал ему не нужен, начал мешать. Я не знаю, чего он хочет. Чего хочет Йорвит? Почему именно Флотзам? Пошел ты. Теперь только я смогу предупредить его. Говори. Он, мы все сражаемся за нечто большее. Флотзам только начало. Мы не бандиты. Мы боремся за свободу. Настанет час, Йорвит ответит на призыв. Мы выйдем из лесов и вступим в великую битву. В какую? Я не знаю. Тогда я узнаю обо всем от самого Йорвита. Хотел бы я на это посмотреть. Лето – убийца короля? Да. Мы получили то, ради чего пришли. Что дальше? Йорвит. А если Йорвит уже знает? Придется напомнить ему старую поговорку. Враг моего врага – мой друг. Предупреди его, Гвинблейд. Йорвит сражается, потому что умеет это лучше всего. Он Аэнцейтхе, настоящий, свободный. Один из последних. В этой борьбе есть смысл. Сейчас, как никогда раньше, есть еще надежда.
О чем ты, Киаран? Надежда на что? На перемены, на завтра. Я его уже не увижу. Я умру здесь. Уйду туда, где цветут яблони. Предупредите Йорвита. Йеннифер сказала, что Цири ушла. Она живет сейчас в другом мире, там она счастлива. Уходя, она подарила нам остров Яблонь, наш остров. Время остановилось. Говорят, что всадники дикой охоты бессмертны. Они несутся по небу, сжимая мечи в костлявых ладонях. Они уводят смертных, пополняя кавалькаду новыми всадниками. Они сожгли дом и сад, растоптали наш остров сапогами. Они забрали Йеннифер. Я должен был найти ее, вернуться в реальность. Вернуться на путь ведьмака. Геральт, с тобой все в порядке? Я был на острове Яблонь среди тумана. После погрома в Ривии. Цири отвела туда меня и Йеннифер. Призрачные всадники похитили Йен, а я бросился в погоню. Но... Трис, это важно. Все постепенно складывается. Когда полгода назад ведьмаки нашли меня едва живым под Каэр Морхеном, за мной гнались призраки дикой охоты. Они преследовали меня и в Изиме, когда я убил великого магистра. А теперь я уверен, что это было не случайно. Киаран сказал, что здесь растут розы памяти. Седрик тоже упоминал о них. Если это правда... Сейчас надо искать Йорвита, а не цветочки. Я могла бы вернуть тебе память. Ты уверена? Похоже на то. Что бы ни закрывало твои воспоминания, преграда слабеет. Если бы у меня был хоть один лепесток розы памяти, я сломала бы барьер. Эти цветы действительно обладают большой силой. В таком случае Йорвит подождет. Мне сходить с тобой? Я все сделаю сам. Подожди меня в городе. Я хотела помочь. Я сам справлюсь. Но... Это не займет много времени. Я расспрошу местных про эльфские развалины, найду розу и вернусь. Я буду ждать. Я тебе, сука, покажу, как стонать. Тихо там внизу. Смотри, перхатый заснул. Твою проспи. Так что насчет деньжат-то? Работу сделали? Пока нет. Чудеса!
Что Йорвит собирается делать с Лоредой и местными людьми? Это знает только он сам. Но мне кажется, он и сам не решил. Он прячется в лесах. Тут засада, там нападение. Потом исчезает на несколько дней. Но серьезных боев пока не было. Он ждет, когда комендант потеряет бдительность. Так может показаться на первый взгляд. Только вот Йорвит прославился своей решительностью. Он не раз сражался с регулярной армией. Нападал на города куда больше Флотзама. Прежде он не готовился к бою так долго. Это на него не похоже. Или я чего-то не знаю. Мне нужны розы памяти. Не знаешь, где их найти? А, ты о цветах Эльдона и Симариль. Да, Гвинблейд, я знаю, где они растут. Где? В саду вечных влюбленных. Где это? Там людям не место. Лореда платит этим ублюдкам за статуи из сада. Я не работаю на Лореда. У тебя есть что-нибудь выпить? Лучше всего водки. Седрик. Мне надо выпить. Сюда идут призраки, они будут мучить меня видениями. Я чувствую это. Так есть водка? На, возьми. Спасибо. Лес стал гораздо спокойнее с тех пор, как ты убил Кейрона. Я очень рад. Розы памяти. Где их найти? Иди на юг, вглубь леса, до самого озера. Будь осторожен, там кругом эндриаги, накеры и ловушки. Сад Эльдона и Симариль будет неподалеку, на пригорке. Ты упьешься до смерти, Седрик. Завязывал бы с этим. Лучше угар, чем безумие.
Трис, я нашел розу памяти. Там, наверное, красиво. Было когда-то. Теперь это место полно печали. Мне нужно время, чтобы приготовить заклятие. На это может уйти несколько дней. Так. Чем займешься? Встречусь с Йорветом. Постарайся, чтобы тебя не убили. Сейчас это было бы особенно глупо. Ты о чем? Ты вот-вот обретешь память. Посмотришь на все другими глазами. И мы узнаем, что случилось с Йеннифер. Предлагаешь мне бросить все к черту и сказать Роше: «Спасибо, было очень приятно, но я пойду своей дорогой». Почему бы и нет? Ты ему ничего не должен. Я просто боюсь, что ты ввяжешься во что-то ужасное и не вернешься. Йорвит – старый лис. Он сражается с людьми много лет. Этот Лето тоже непростой рубака. Даже страшно подумать, кто может за ним стоять. Ты и не заметишь, Геральт, как это болото тебя затянет. Уже затянуло. Я хочу, чтобы ты знал. Чтобы спасти Йеннифер, я поеду за тобой на край света. Я в долгу перед ней и перед тобой. Я готова бросить придворную жизнь, политику, закрыть глаза на убийство королей. Я даже смогу жить в Каэр-Морхене. Все зависит от тебя. Трис. Позволь мне закончить. Я не смогу сказать этого во второй раз. Если ты решишь уехать один, я все пойму и не буду тебя больше мучить. Я не знаю, что принесет будущее, не знаю, что кроется у меня в голове, но что бы там ни было, я не хочу тебя терять. Я был бы последним дураком, неблагодарным идиотом, если бы позволил тебе уйти. Как мило. Спасибо тебе. Значит, мы оставим убийц Вернону Роше и займемся своими делами? Я хотел бы уйти, но сперва мне надо восстановить мое доброе имя. Люди Фольтеста и охотники за головами не оставят меня в покое. А я не хочу такой жизни ни для тебя, ни для себя. Кроме того, я буду чувствовать, что сдался, когда еще можно было что-то сделать. Это будет похоже на бегство, хотя мы еще не проиграли. Что бы ты ни решил, ты можешь на меня рассчитывать. Мне понадобится несколько дней, чтобы приготовить заклятие. Пойду поговорю с Золтаном о Йорвите. Когда я покончу с убийцей королей, мы вернемся к нашему разговору.